Проектні матеріали логотипу Житомира презентували у міській раді у вівторок, 14 квітня. Розробники розповідають, при створенні логотипу за основу взяли історичні українські символи. В процесі пошуку перелопателі дуже багато інформації різної. Пытаясь найти какую-то отправную точку, с которой начинать работу, от чего отталкиваться и на что опираться. И нашли очень мощный графический знак среди традиционного украинского полесского орнамента. Знак этот представляет из себя такой как бы ромб из перекрещивающихся линий, вот, который на самом деле, мы обратили внимание, что он похож на букву «Ж», ну как заглавная буква. Так создали таким образом такой мощный достаточно топоним. Під час презентації члени виконкому активно обговорювали логотип міста. Розробники ж кажуть, готові до будь-якої критики. Всегда и везде есть неприятие чего-то нового. Абсолютно мы этого ожидали и были уверены, что так будет. Сегодня, когда мы шли сюда, мы были уверены, что нас запинают ногами и закидают из-за факта. Вот, но ну, куда от этого денешься? Особенно любят пинать ногами те, кто на самом деле не очень в теме. Ну, это, винить их за это нельзя, потому что это на самом деле это обычная совершенно практика. Все любят высказывать свое мнение, быть причастными к процессу, особенно к какому-то насколько-либо значимому. Ну, ничего нового. Начальник управління містобудування та архітектури Євгенія Черкасова розповідає, серед усіх варіантів саме ця робота відповідає конкурсним вимогам. По-перше, вона достатньо проста, во-вторых, узнаваема, легко узнаваема, а в-третьих, вона може постоянно как бы, ну, изменяться. Видите, есть, ну, определенные, вот ребята представили, как бы разные виды использования, там Житомир спортивный, Житомир там, у них еще есть, который даже на планшетах нету, транспортный, Житомир героический, по-моему, даже сейчас я уже видела где-то есть. То есть эта работа позволяет постоянно как-то видоизменяться в зависимости, ну, от необходимости. При этом достаточно узнаваемый простой знак. Житомирський міськвиконком має затвердити логотип на черговому засіданні у середу 15 квітня. Втім, він вже зараз активно використовується на транспортних зупинках та рекламних щитах.